Избирательный участок, на который пришел голосовать двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, находится в Бутовской школе номер 1. Это совсем недалеко от дома спортсмена. И так совпало, что сегодня между тренировками я могу успеть прийти сюда. Граждане вас приглашают, двери открыты, никому не запрещают сюда приходить. А, ну, это в любом случае выбор каждого человека, и это позволяет определить то, чего хотят люди, большинство. Выборы продлятся в течение 3 дней, что очень удобно. Каждый желающий поучаствовать в выборах губернатора сможет найти время для посещения участка. Динамика положительная, жители идут с хорошим настроением. Кто-то у нас приходит первый раз, мы консультируем. У нас также выдаются подарки в виде шоколадки. Но вот это, я считаю, это очень такой благоприятный бонус. А учитывая, что современная молодежь грамотно выражает свою гражданскую позицию, каждому, кому исполнилось 18, стоит принять участие в голосовании. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.